Вот смотрите, мы открыли ему вход воздуха. Смотрите, как утекает. Видите? Ну что я сделал? Я сюда тройник встроил. Воздух отсюда поступает, видите? И ему хорошо. Сейчас мы сюда этот клапан поставим, по которой. Ага. Сейчас я его разберу. Но он дешевый, все равно дорогие, хорошие клапана ставит. Фирменные. Но фирменные стоят 1002. Теперь наливаем водичку и смотрим. Вот она течет, она прошла, и сразу же труба пустая. Видите, то есть она совершенно идеально уходит. Правильно? Где-то. Ну, то есть она не задерживается вообще ни на капельку.